Представители деловых кругов Великобритании заинтересованы в программе приватизации Казахстана. Как презентовали инвестиционные возможности в репортаже моих коллег. Цель мероприятия – рассказать международному сообществу о динамике позитивных изменений, происходящих сегодня в национальных компаниях Казахстана. Участникам делового совета представили ключевые направления деятельности крупнейших портфельных компаний «Самрук Казана», акционерных обществ «Казахтелеком», «Казпочта», «Казахстан Теміржолы», «Казатомпром» и «Эйр Астана». Их руководители рассказали о конкурентных преимуществах на региональном и глобальном уровне и проектах по цифровизации. После этого мероприятия большая британская делегация посетит Казахстан и увидит наши портфельные компании, чтобы детально изучить возможности стратегического партнерства и программы приватизации. В заседании делового совета приняли участие более 120 представителей бизнес-сообщества Великобритании. По их словам, Лондон, будучи финансовым центром Европы, очень заинтересован в том, чтобы сотрудничать с Казахстаном в реализации амбициозной и успешно осуществляемой в настоящее время программы приватизации. Я вижу большой потенциал сотрудничества в разных сферах. Особенно меня радует, что IT-индустрия в Казахстане движется в нужном направлении. Страна играет большую роль в евразийском пространстве и является примером для других государств. На сегодняшний день в Казахстане работают порядка 270 компаний из списка Fortune 500. Самрук Казана сотрудничает со многими из них, включая GE, Amazon, Microsoft, IBM и другие. Сегодняшнее мероприятие обещает увеличить их число и привлечь большой объем британских инвестиций в Казахстан. Айдана Карибжанова, Галамжан Хараманова, Великобритания. Итоги дня. Хабар.